Хей, йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, и сегодня я решил немножечко повеселиться, немножечко поиздеваюсь над своими друзьями. Сделаю вид, что я просто внезапно куда-то уехал, в целом даже... Ну, я с ними попрощаюсь, но разговаривать с ними лично не буду. Оставим для них табличку и на ней напишем, типа, записку. Вот. В общем, типа, я уеду, но на самом деле я буду в невидимости. И буду следить, короче, за ними. Буду наблюдать, что они вообще будут предпринимать, что делать. Отправятся ли они меня искать. Короче, все узнаем, посмотрим. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Я предлагаю, короче, начинать выдвигаться. Я, значит, на своем доме прицепил вот такую табличку с надписью, что я уехал. И теперь мы сейчас пойдем к ним. Вот их тут дом. Что-то они тут ходят, что-то делают. Нормально. Что-то там в сундуках лазит. Короче, я сейчас тут спереди втыкаю табличку и пишу на ней, что типа... так, ребята, давайте вот так вот сделаем. Оп, ребята, простите. Не, давайте не так. Давайте просто напишу... Прощайте навсегда. Вот так вот сделаем. Так, опа. Все. Я звоню в звоночек. Опа, и наблюдаем, что сейчас будет. Кто пришел? Кто пришел? Пойдем посмотрим. Ребята, прощайте навсегда. Так, я уже спрятал свою машину. Что это за табличка? Не знаю. Опа, опа. Так, они немножко в замешательстве, не понимают, пока что происходит. Давайте я к ним пойду сюда. Опа. Так, да, надо взять. Возьми собой инструменты с собой на всякий случай. Что это означает? Не знаю. Кто это написал? Так, а ну, а ну. Ребята, прощайте навсегда. Сейчас будем наблюдать. Ну, подожди, енот дома? Пойдем к еноту. Так, они идут ко мне домой, ничего себе. А ну. Возможно, они что-то догадываются? Ну не, ну как они могут догадываться? Енот! А ну, звони ему, звонок. Они не видят пока табличку. Капец. Так. Енот! Звонят, звонок. Ага, ага. Дома-то никого нету. Чего они там сигналят? Выходи! О, подожди, тут табличка. Уехал. Куда уехал? Как он уехал? Так, 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 так. Сейчас начнется самое интересное, друзья. Так, подожди. Это он нам, что ли, там табличку возле дома оставил? Походу. Ё-моё, куда он мог уехать? Действительно. Ребята, прощайте навсегда. В смысле, я не понял, он что, нас кинул? Ничего себе, какие там... Кинул сразу. Да, что ли? Так, подожди. Просто решил потроллить. А ну-ка, этот, может быть, он... Да, пойдем проверим. Чего они делают? Так, 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 ребята, смотрим. Куда он мог уехать? Они пошли в дом спикер-вумен, телевумен, камера-вумен смотреть еще. Нет, тут тоже никого. Они тоже уехали. Так, пойдем, может, посмотрим. Все разъезжались, что за фигня? Они, походу, вдвоем остались в деревне, короче. А где жители все? Кстати, тут же жителей толком нету. Кого-то видел, а вот смотри, вот двое жителей. Ну, подожди. Так, о, они сейчас что будут у них спрашивать? Он убег возле арсенала, а ну. Так, тут ничего интересного, никого нет. Так, ты там проверил? А где все жители? Ты енота не видел? Нет? Не видел? Фигня какая-то. Где енот? Он так, пошел, ну, ребята. Они подожди, пытаются меня искать. Нет, четверо. Да. Четверо? А куда где енот? Жители тоже все толком поуезжали. Так. Капец. Вы что, деревню забросили? Енот, где ты? Не видел енота? Капец, они сейчас всех тут поспрашивают. Капец. Слушай, ну я уже у троих спросил. Так, так, так. У двоих, по-моему. Надо что, ему найти, какого фига, слышишь? О, они хотят пойти меня искать. Надо его найти. Куда он мог уехать? Давай подумаем с тобой. Я не знаю. Может быть, так. Тут ничего нету? Так, ну давай. Снова иду по его дому. Но машины его нет. Значит, он поехал куда-то. Машину заметили, что нету. Так, о, тут открыто. Открыто, давай проверим. Зашли ко мне домой, так, ничего себе. Еда. Может, тут что-то вломились, есть? Вломились, тут осматривают, холодильник так, осматривают. Я наверх ты полезу. Смотри, они сейчас тут все обнышпарят. Нормально. Так, ну, смотри, тут книги, компьютер. Да все как обычно, ничего как необычного. Обычно, ничего нового. Никаких табличек нету больше.
Так, не знаю, ладно. Фигня какая-то. Давай, слазь. Спускайся. Короче, я делаю вывод, что они пока что вообще не понимают, куда я мог пропасть. Так, да. Давай, закроем выходи, дверь. Закроем дверь, да, сейчас я ее на замок. Я ограбил его. На замок закрыли. Что это означает? Может быть, он куда-то... Я не знаю. Поехали в ту сторону. А что там, ты знаешь? Я не знаю, но может там что-то будет, найдем. Падай на свой этот мотоцикл. Давайте сделаем пару приколов для них, что давай, ли. Давай, давай вот сюда. Так, давай, так, я еду ага, с тобой. Это не работает. Опа. Вот опа. Сюда, так, сюда. Конечно... Ты едешь? Едешь. Да, опа. Водила, конечно, из меня еще тот. Смотрите. Ну, аккуратно, аккуратно. Едут, едут, капец. Так, ну-ка. Чего они, интересно, зачем они едут в эту сторону? Потому что тут как... Тихо было. Где мопед? Нубик, ты что, наехал на мину? Один мопед остался от Нубика. Я не знаю. Ему, по-моему, плохо этому мопеду теперь. Ой, ну-ка, подожди, я иду. Его чинить, походу, надо будет еще. Ничего себе. Это разорвало, меня тоже ранило. Ой, нормально, живой. Мопед ездит еще. Что тут за фигня это? Я не знаю. Ты наехал на что-то. Мне это совсем не нравится. Да, на что-то наехал, оно взорвалось, блин. Да капец. Так, давайте еще вот так вот сделаем на всякий пожарный случай. Так, оп. Я не знаю, надо ехать, где он аккуратнее. Может быть? Они вон уже уехали куда? Так, 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 так. Давайте так, сейчас за ними проследим, смотри, но в этой стороне аккурат. Ничего подожди, нет. Может быть, там давайте... что-то... А, нет, то вода. Ничего тут нету. Сделаем сейчас еще ладно. Здесь что-нибудь такое. Так, 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 так. Так, тут так, надо так, аккуратно так, ехать. И куда? О, ну, о, так, о, ладно, куда хорошо. Куда эта дорога ведет вообще? Я не помню, если честно. Оп, оп, оп. Да никуда она не ведет, потому что не помнят они. Здесь ничего вообще нету, там в речку она упирается, да? И все. Да, смотри. Все, тут ничего нет. Только река и все. Походу, надо ехать по другой надо дороге. Надо возвращаться, да. Да, поехали. В обратную сторону ехать, а? Видим. Меня кто-то связал, смотри. Ты хочешь ехать? Ручку зажал и поехал дальше. Ничего себе. Давай я тебя развяжу. Давай. Что-то мне это совсем не нравится. Капец. Встань, встань. Ничего себе. Ой. Отойди. Раз, давай я стой, стой на месте, стой на Нубика месте. Мопед стал черный теперь, короче. Ничего спасибо. Себе. Спасибо. Давай. Так, ну, они попытались меня найти, но пока что у них ничего не выходит. Капец дальше какой-то. Их тоже ждет. Ладно, едем, едем дальше. Я не знаю, да. Что происходит, блин. Давай, поехали. Давай поедем по другой дороге сейчас. Опа. Выйдем ну, да, на едем развилку прямо. И поедем по другой дороге. Так. Да, они так. Хотят поехать в другую сторону еще, ничего себе. Опа, опа. Ой! Ой! Что это было? Шипы! Колеса не попробивали, интересно. Фига, они тут делают. Мы выжили. Их тут не пролетели. Было. Не было, мы ехали этой дорогой. Капец. Так, ломай. Ломай. Да, надо поломать. О, они решают это все убрать. А-а-а! Я упал на шипы. Меня кто-то толкнул. Что за фигня? Ай, что-то они, взорвалось. Они, друг друга толкнули. Что-то взрывается. Тут... Блин, надо идти за нашими я мопедами. Я что-то вообще не понимаю, что тут происходит. Но... Аккуратно, тут капец. Мина, стой. Новые ловушки вот тут уже. Так, 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 что они я будут делать? Я вижу. Как? Блин, подожди, дай а, я попробую вот ее сломать. А, вот такие маленькие. А, так, нет, я понял, все, не подходи близко, стой, стой, не подходи близко. Короче, они сейчас пойдут за мопедами и собрались ехать в другую сторону, ребята. Давайте, пока они будут этим я заниматься. Я говорю, ну близко не подходи, что ты мы это, блин? Мы сейчас для них что-нибудь здесь придумаем. А, тебя кто-то связал, блин. Давай развяжу. Давай. Во-первых, придумаем вот такую капец. Штуку. Что во-вторых, происходит? Придумаем вот такую вот штуку. Дальше, ребята, мы сделаем вот такое что-то заграждение. Что-то мне кажется, что это все неспроста. Так, да, мне сюда, тоже так кажется. Сюда. Так, эти шипы, веревка. Сюда, сюда, вот так вот. Ладно, давай за мопедами и будем ехать. Заграждаем да. Всю дорогу. Заграждаем. Теперь здесь вот так вот выламываем землю. Так, 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 быстро, а быстро, где наши быстро. Мопеды? Быстро, быстро, быстро. Да, сюда, по-моему, сюда, мы сюда. Дальше ехали. Да, дальше. Вот так. Прямо. А, вон да. Они вроде, да, возьмем, да, да, вон они. Возьмем сейчас лаву, ребята, по-быстрому и разольем ее вот здесь. Во. Вот это... куда она потекла, так, блин? Так, все, фиг на эти шипы. Во. Давай, падай. Вот сейчас она да, будет, сейчас короче, добегаю. Развиваться так, как надо. Вот так вот делаем. Опа. Вот это оно. Вот это ты стартанул. Ага. Уже неплохо здесь сделал. Ой, так, я... давайте еще, возможно, так, с другой поехали. Стороны поставим. Поехали, так, так, едем. Так, так, о, так, так, так. Оп, о, оп, 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 оп. Это они уже, такое? Походу, едут сюда. Времени мало. Так, я быстро сейчас, короче,
Так, отлетаю вот, назад. На эту дорогу поедем. Куда сейчас будем следить. Нет, она будем никуда не ведет. Едем прямо. Вон через они. Деревню. Вон поехали. Они уже едут. Ну, знаешь, так, давайте еще вот здесь вот так вот меня. Сделаем. Опа-на. Опа-на. Так, нам надо сюда. Так, давайте я пока что вот это уберу. Вот это уберу и сюда все смотрим. И куда? Так. Наверное, поехали, поехали по этой дороге. Блин, ребята, они продолжают меня искать, несмотря на то, что у них там много ладно, уже пойдем. Неудачных попыток было. Тюбик уже поехал. Так. Стой, не гони так. Давай, опа. Я тебя жду. Нубика мопед, походу, стал, короче, какой-то немножечко покореженный после тебя мины. После взрыва, наверное, мопед сломался. Че так медленно едет? Стой. Смотри, это мины. Вот, да. Видели. А, кто-то хотел нас... Блин, она взорвалась! Ну как так-то? Я не наступал на нее! Фух, я выжил! Я не знаю, как она взорвалась. Спрятались, короче. А ну-ка, подожди. Сейчас киркой сдетонировали. Киркой по мини ударяют и потом спрашивают, как она взрывается. Все понятно. Нормально, все. Их больше нет. Так, давайте. Прыгай, поехали дальше. Сейчас посмотрим, да. Короче, там дальше для них заграждение придумано, поэтому посмотрим, пронаблюдаем, что дальше ой! Будет. Ой, мины, смотри, там какие-то мины. Да смотри, все замечают, слушай, а? Наверное, давай их объедем. Слушай, может это кто-то енота похитил и типа оставил нам табличку от его имени? Мы нифига, его решили. Сложно. Мы его решили, поискать, и кто-то нам начал активно мешать в этом. Да, нам вставлять палки в колеса. Видимо, капец, его надо похитить. Его точно найти. Да, да, ищут меня. Ребята, палки в колеса там вставлять. А я слушай, стою давай в 10 сделаем, блоках наверное... от них. А! Даже без невидимости. Так, короче, ладно, давай сейчас аккуратно, сейчас по одной. Не-не-не, подожди. Эй, что? Кто-то ударил? Я не знаю. Тюбик, нубик, оттолкнул, и он туда полетел. Ничего себе. Так, ну-ка. Так, аккуратно. Боятся, так, боятся. Могли вообще просто так. Объехать их, нормально. Как бы, и не париться, но они решили что-то тут выдумывать. Так, ух, уж эти нубики все. А ты чё? Ещё и на мопеде. Не получилось, говорит. Блин, не мешай. Прям на мину упал. Так, все, они едут дальше. О, они едут дальше уже. Поехали дальше. Да, поехали. У меня мало... здоровье, но оно восстанавливается. Я думаю, короче, когда они доберутся до второй деревни, ребята, можно будет уже там появиться, короче, и сделать вид, что я никуда не уезжал. Смотри, здесь лава. Как это? Как это вообще понимать? Такого тут не было, по-моему. Ладно, давай объедем, попробуем. Да, наверное, надо объехать. Только аккуратно. Да. Давай вот сюда, вот сюда. Смотрим. Ты где там едешь? Да, да, да. И вот... Да капец! Эй! Чё, подорвался? О, мой мопед еще едет. О, крутяк, хоть мопед едет. Ничего себе. Так, все, они едут дальше, ребят, ладно, смотрите. Едем дальше. Опа. Давай, поехали. Пускай они отъедут хотя бы от первой деревни, потому что прям вообще они будут 10 лет доезжать туда. Мне кажется, енот такими темпами действительно куда-то уедет. Давайте вот здесь поставим сейчас вот такую тему. Опа. О, всё. Мостик какой-то. Давай, поставим. Давай. Сейчас блин, мы давай, сейчас сделаем. Запрыгиваем. Так, ой, ладно, давай. Я понял. Опа. Тут как-то... Нам надо... Смотри. Вот смотри, вот тут можно объехать. Что? Так. Тут какие-то, я не знаю, какие-то зомби. Едем дальше. Они нападают на меня. Нифига, там уже что происходит, бандиты какие-то, так, это а ну. Это бандиты какие-то, реально. Это что такое? Ничего себе. А что это? Чё, не знаю, увидели. Ой, за ними бандосы бегут. Да бандиты что, нубик, газуй, нубик! Да стой! Сейчас их грабануть хотят. Ладно, давай дадим равный бой этим бандитам. Что это такое? Так, смотрим. Не понимаю. Давайте еще на всякий случай возьмем вот эту тему. Так, вот эту тему возьмем. Да ловушки какие-то или что? Не знаю. Чего они там, где они? Ладно, едем дальше. А, я знаю, что это. Что это? Это машина, которая увязла в песках. Машина, которая увязла в песках, то она, по-моему, сама из песка. А может быть... Сейчас посмотрим, что они будут делать. Ладно, пойдем дальше. Да, пойдем, фух. Машина, короче, ржавая. Подожди. Что? Твой мопед, ты его тут оставил? Да, где-то здесь был. Он был на дереве. А, вот он. Он на дереве был? О, опа. Эй! Смотри, твой мопед куда-то испарился. А где? Не знаю.
Так, давай охранять мой мопед, пожалуй, где мне его искать теперь? Что за фигня тут творится, блин? Не знаю. Давай я его отгоню. Наблюдаем. Ой, никто не забрал. Ну капец, здесь. И что, мне пешком теперь идти? И пойду тебе помогу и поискать. А вот Нубик пытается искать мопед, который был рядом с мопедом Тюбика. Так, ну-ка смотрим. Он был где-то здесь? Да, вот на этом дереве, надо его поломать. Может, он реально на дереве лежит? А, он на дереве, точно, я его вижу отсюда. Капец какой-то, что за фигня тут? Так, они сейчас полезут на дерево, получается, или что? Нет, ух ты. О, все. Опа. Все, Тёбик, все. Да? Опа. Едем дальше. Поехали. Неплохо. Так. Да, отлично, они выезжают меня, в следующую деревню. Я думаю, в следующей деревне прям на въезде можно машину мою поставить. Поехали. Блин, я взорвался. Что это мопед было? Мопед целый? Ой, аккуратно, да. Чтоб на тебя вот эта фигня не упала. Давай. Подожди, тёру, у меня мопед сдох. Мопед сдох? Да, все. Накатался, замолчать. Ну что за фигня? Капец, ребята. Это вообще прикол. Так. Все, походу его, не короче... Не, он не едет. Админ, короче, он пострадал слишком сильно, его только чинить капец. Надо. Капец. Мой мопед. Ну, отлично, будут идти. Просто супер. Если у Нубика ремкомплекта нету никакого с собой, то все. Просто супер. Так, и пока они здесь думают что-то... Не, не знаю, подожди, сейчас я посмотрим. Сейчас попробую поискать что-то. Они уже близко, в целом, к следующей деревне. Так, опа. Мы сейчас, давайте вот здесь, друзья, пока там они что-то делают, мы сейчас вот так, во-первых, сделаем. Ух ты, блин. Так, ну не вот так, а вот так вот. Потом, дальше мы берем. Так, нам нужно будет еще поставить... Не понимаю, ладно. Так, давайте, давайте снова сделаем из шипов. Так, что-то заграждение. Да, погоди. Сюда. Они там чинят мопед, походу, ничего себе. Опа. Все. Шипированная такая здесь трасса готова. Все, возвращаемся к ним. Давайте, может быть, вот здесь вот так сделаем. Еще. Так. Опа. Вот так, загородим дорогу. Сейчас еще бензинчик у меня тут был с собой. Давай, долей, может. О, они починили его? Сейчас, погоди. Так, куда он тут? Вот сюда он заправляется. Так, сейчас нормально. Сейчас я его подзаправлю. Давай. Немного. О, может и мой подзаправишь? О, давай твой подзаправлю, да. Сейчас подожди. Тюбика уже тоже мопед немного коцанный. Так. Все. Ага. О, едет. Все, класс. О, ура. Поехали дальше. Так, поехали дальше. Все, летят дальше, короче. Блин, они уже скоро доедут до деревни, ё-моё. Я готов уже там машину свою поставить. И быстренько сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой. А ты куда, блин? Фух. Да, что там произошло? Выезжай, нет, ты не туда вообще поехал. Да? О. Блин, аккуратно, смотри. Капец, давайте. Ты летишь тут, блин. Так, да, по-моему, это тут, подожди. Было. Что? Это бомба или что? Она тут была. Да? Не трогай ее. Капец, она огромная. Не трогай ее. Поехали дальше. Сделаем такую, короче, теперь тему. Посмотрим, как они отреагируют. Смотри, подожди, какая-то табличка. Прощайте, друзья. Это, наверное, енот оставил. Или кто-то, 100% они решили, что это енот оставил сразу. Все, поехали дальше. Так, быстро. Едут, ничего себе. Так, опять заграждение какое-то. Слушай, подожди, аккуратно их обижают и все. Я понял, все. Смотри, тут мины. Заграждение. Да. Едут дальше, едут. Поехали. Так, давайте, может быть, им не будем уже дальше в целом мешать. Шипы, я их объеду. Аккуратно, объезжай. Ух, что за фигня тебе тут? Тебе повезло. Нам, блин, постоянно кто-то мешает, с ним точно что-то не то. Да, давай, садись, поехали дальше. Все, едем. Поехали. Стрелы какие-то были, только что. О, я видел только что, да. Мой мопед куда-то пропал. Что это было? Кажется, дальше им нужно идти пешком. Осталось чуть-чуть в целом. Так, ну, идем сюда. Давай я свой тут поставлю, пошли пешком. Пошли, блин, мой мопед. Вот тут возле дерева. Куда ничего не пропал? Парься, новые тебе купим, они недорого стоят. Пойдем, побежали пешком. Так, им осталось вот сюда еще добежать, короче. И вот здесь уже, где березки, тут уже будут, короче, деревня. Так, я деревня. Буду сражаться. Давайте я поеду им навстречу. Вот это, подожди, короче, вообще тема будет. Такое?
Давай, иди сюда. Куда давай, блин, я енот бегу. Делся, блин, капец вообще какой-то. Сейчас он нам постоянно вот мешает по дороге. Выгрузим, ух ты, блин. Ой. Выгрузим машину мою. Опа, вот так вот делаем. Вот так вот и вот так вот. Давай, бежим. Все, давайте, бегу. Я выезжаю им навстречу, короче. И сейчас делаем для них типа сюрприз. Ты далеко? Неожиданно. Давай, блядь. Скажу, что я поехал за хлебом, ребята. Вот это вообще будет прикол. Так, они там думают, что я вообще их киданул навсегда, на веки вечные уехал, а я тут как тут, никуда не уезжал. Давай, опа, поднимайся. Сюда, давай. Сюда. Едем, давай, едем, друг, как ни в чем не мы бывало. Тут бы мы с проблемами, конечно, бы да, поднимались. Опа, очень тяжело вот нам сюда было на мотоцикле. Давай. Тупи кинули. Вот сюда зажим. Стой! О! Здорово, о, ребята! Ты где был? Где в смысле, ты был? Я за хлебом ездил в деревню. За каким хлебом? А куда вы идете? Таблички распуля покачайте навсегда, блин. Ага. Какие таблички? Вот такие таблички. Вот там. Я тебе сейчас поехали, я тебе сейчас покажу, какие таблички. Вы что, какие думали, таблички? Я хлеб давай, ездил, давай, покупал давай в соседнюю садись, деревню. Садись, я тебе сейчас покажу, что там. Блин, ага, не заправлено. Давай. Подожди, надо. Как ты. Что? В смысле, не заправлен? Ты что, ездить не умеешь на коробке автомат, я не понял, нубик. Какая поехали коробка автомат, блин? А, что, меня что забыли? Да вы что, ребята, вы что, прикалываетесь? Какого фига, блин? Я тебе сейчас покажу, какого фига. Посмотришь там на табличке, которые ага, там были. Давай, сейчас газуй навсегда. Посмотришь, что там шипы были, мины были. Какие ага шипы, какие мины? Нам постоянно кто-то пытался, блин, мешать. Да вас кто-то затроллить пытался, вы что? Я поехал за хлебом кто, минут ты 20 назад. Я? Ты нас троллил или кто? Ну, может быть, и я. В смысле? В смысле? Значит, ты что, совсем обдел, блин? Все, больше я никогда, блин, больше тебя не буду искать, даже если ты резко попадешь. Притчу знаешь про мальчика, который врал волки-волки? Вы че, смотри, это что там, мопед кто-то тут оставил, нифига себе. А, мопед, теперь Тёбику теперь сделаешь, и мне, блин, понял, будешь ремонтировать. Да, теперь с тебя новый мопед. Так, вы забирать этот будете, нет? Ремонтировать будешь мопед, блин, теперь. Мой, Тёбику будешь новый покупать. Да кого я ничего не делал, я пошутил. Меня подождать. Что ты пошутил, а, блин, вы что? Нету. Ребята, я ничего не делал, это такой, этот, я просто да за хлебом поехал. Да понятно с тобой, Тюбик, поехали домой. Да ладно, да, что вы, ну не злитесь, ну что вы? Понятно, короче, давай, тролль там кого хочешь. Блин, зато надо вы надо хорошие поехать друзья, мы это поняли, что вы типа этот. Я пешком того-то вообще пойду, у меня мопеда нету. Ага, только, блин, в следующий раз так не сработает. Да в смысле, я же ничего не делал-то даже. В прямом смысле. А, всего лишь, блин, мин нам подкидывал, шипы подкидывал, блин, мопед ага взорвал. Да ладно, что вам не понравилось, что ли? А, зато вы меня не поставил, ё-моё, подорвался опять. Тюбик, ты капец. Ты опять подорвался? Да, да, он же там мин наложил, и опять взорвался. Короче, вот такой троллинг у нас вышел, друзья.